Tampa Bay победила Эдмонтон в матче регулярного чемпионата НХЛ 3-1. При счете 1-1 за дело взялся Никита Кучеров, забросивший две шайбы 23 и 52 минуты. Благодаря дублю Кучерова и поражению Нью-Джерси от Анахайма 2-4, Тампа стала первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в плей-офф. Тампа – второй участник плей-офф Кубка Стэнли 2018 после Нэшвилла. Кучеров лидирует в таблице бомбардиров с 93 очками в 70 матчах. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.